как это местный воробей, я иду за ним. Это местный воробей, я иду за ним. Ну вот, конечно, я наврала, воробей немного больше. А мы в другой вилле. Это не наш отель. Это колониальная вилла со времен испанских завоевателей. Вот здесь есть барчики, ресторан. Вот картины висят цветные. Здесь сидит наша группа. И нас сейчас будут кормить. Вот, а там перцы цветные, арбузы. Оп, оп, оп. Чуть дяденьку я не убила, но ничего страшного. Будет знать, как ходить спиной. Фонтанчик. О, лягушка там сидит. Квакушка. Еще одна. А. Принесли наши напитки. Я получила свою колбаску. Лаганиса называется колбаска. Это я уже попробовала. Это лук. По-моему, в этом, в свекольном соке замоченный. Лимончик. И вот что-то это коричневое. Оп. Пюре из фасоли. Пюре из чего? Фасоли. А, это фасолевое пюре. Пробуем. Точно. Also ich kann es genau so heißt. So, так я мне разрешили снять, потому что я увидела такой горшок с едой и спросила, что мне можно это сфотографировать. Мне разрешили. Потом спрашиваю, что это было. Так, девочки, я не хотела показывать номера, но когда я зашла в этот, я поняла, что это необычный номер, и его надо показать. В общем, это старый колониальный отель. Вот здесь у нас шкаф. Вот с таким узором. Так, ну здесь ванная комната. Где здесь включается свет? А, нет, ну плитки, плитки. Конечно, это надо снять. Вот здесь душ, ванны нет. Здесь, в принципе, все обычное. Ну вот. Здесь, девочки, ступеньки. То есть я вот в коридорчике, вот здесь входная дверь, здесь ступеньки. Надо осторожно. И это пол в комнате. Такой же, как стена в ванной. Кто не верит, показываю. Вот. И здесь две кровати. Надо подняться, чтобы видно было хорошо. В общем, да. Каждому по кровати. Здесь вот такое зеркало. Ну, вообще, зеркало. Зеркало. И такой шкаф. Я не знаю, кто там включил на этом зеркале свет, потому что он мне все отражает. Сейчас придется на паузу нажать. На паузу здесь не нажмешь. Вот, в общем, узоры показываю на шкафчиках. Вот. И теперь показываю узор на подушке. Показываю наше окно. Мы зашли, я думала, окна нет. У нас уже такое было в Мексике. Без окон, без дверей, полногорница людей. Я просто испугалась. Теперь мой ассистент открывает окна. Открывает окна. Вот отсюда я покажу. Ну, здесь телевизор есть, конечно. Я считаю, что телевизор в таком отеле лишний. Так. В общем, ассистент не может разобраться с дверью. Да, ну, наконец-то, наконец-то. Додвинулась дверь. Отходи, ассистент, чтобы ты не был в кадре. Вот у нас открылось окно. За окном играет музыка.
Вот такая дверь здесь. У нас есть балкон. Он, конечно, не широкий, но выйти... О, я смотрела на это дерево, мы вот там сидели внизу, вот там. Вон там внизу. Нет, не там, это крыша. Вон там внизу мы сидели. Мой палец попал в кадр и ели. Я смотрела на это дерево, которое вот оттуда растет снизу вверх. Здесь у него цветы, смотрите. Я еще думала, так интересно, что этот балкончик. Ну ладно, вечером нам дверь открывать нельзя. А там еще на террасе можно, оказывается, сидеть. Наверное, когда нет дождя. О, там бар, бар. Давайте показать вам бар. Там бар. Но только что шел дождь, и там все мокрое. А, в общем, придется вам этот балкончик еще снизу позже показать. Это ночной Юкатан. Погромче. В общем, здесь в отеле есть терраса на крыше. Вот тут сидят люди, а здесь наша группа. Не буду четко снимать. А вот там, вот теперь четко, уже нам приготовили зал такой, в котором у нас сегодня будет первый совместный ужин со всей группой. Вот. Вот здесь дверь, и там лестница. А, ну здесь нельзя ходить. А в принципе можно было бы прийти в наш номер. Вот так это выглядит. Здесь вот еще одна терраса. Такие балкончики там. Вот это дерево, которое видно с нашего балкона. Вот это не наш балкон, а ничего не видно. Значит, завтра. Вот там светится церковь. Там видна кухня. Повара что-то готовят. Внизу тоже ресторан. Вот там фонтан. Часы пробили 2. Вот там внизу улица. Улица, я надеюсь, что я достаточно громко говорю. А, нет, а за улицей парк. Да, парк, который в моем предыдущем видео с индейцами. Ну вот, нам подали коктейли. Мне надо садиться за стол. Мой коктейль называется Маргарита. Сейчас я его покажу. Спасибо.